Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома. Сегодня мы поиграем на Color Control. Блин, я выговорил со второго раза. Ну ладно, ребят, надеюсь, в следующих сериях я с первого раза уже буду выговаривать. Мы начинаем. Ну вот мы тут стоим, ждем. О, все, погнали, отлично. Так, ребят, ну что, вот такой этап. Я беру булыжник, просто надо больше полустака накопить, конечно. Достроимся до правой части, там у нас есть, знаете что? Там у нас есть... Как эти фаерболы, это очень полезная тема на самом-то деле, на ранних этапах особенно. Можно скидывать просто на изи людишек. Поэтому давай сейчас добудем фаерболы. Для этого нам нужно просто вскопать пол. Вот таким вот образом, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, отлично. То есть мы просто фармим эту тему, фаерболы. Можно поставить сразу баррикаду какую-нибудь. Например, такую. Так вот. Все отлично. И то есть тут можно будет спокойно пробегать. Конечно, можно будет упасть, но это не важно, в принципе. Это не важно. У нас два фаербола есть. Это у нас вражина. Ух ты, собака отразила. Надо все-таки ниже пускать их. Там чайник до нас хочет добежать. Блин, ну да, что он? Зачем он это делает? Нифига ему это надо. Нафига, интересно. Ладно, фармим железо. Нам нужно больше полустака нафармить. Опа, обновились кубики. Фармим. Безусловно, мы их фармим. Так. Все, отлично. Так, дальше нужно будет это тоже зафармить, ребят, обязательно. Мне кажется, обязательно нужно эту тему фармить. А для чего? Чтобы реально скидывать в опасные моменты противников. Но я буду просто их скидывать. Просто буду их скидывать. Это есть не в опасные моменты. Эх, долго фармится, конечно, долговато, но ждем. Я надеюсь, нам... Во, выпало, отлично, все. А дальше скрафтим верстак. Таким вот образом. Поставим его куда-нибудь сюда. Ой, F8 нечаянно нажал. Поставим сюда. Дальше сделаем меч. Без меча вообще никуда. И сделаем кирочку. Без кирочки тоже никуда на самом-то деле. Если так подумать. Так, все отлично. Делаем дальше броню. Какую-нибудь интересную. Такую, например. Можно сундук сделать также, если тут можно делать сундуки. Поставим сундук. Сюда железо поставим сюда. Все. Оформим булыжник. Жемчуг эндера можно еще нафармить, точно. Надо обязательно фармить жемчуг эндера, мне кажется. Так, я сейчас булыжник нафармлю, потому что у нас блоков не будет реально, чтобы строиться. Так. Ждем. Полстака минимум надо нафармить, ребята. Полстака минимум, серьезно. Серьезно вам говорю. Так, тут доски. Можно доски нафармить, тоже досками строиться, в принципе. Это враги, что ли, ёмно? Охренеть. Алмазные мечи там у челиков, ё-моё. А тоже алмазики нафармить? Мне кажется. Поворот кубов. Поворот кубов, дорогие друзья. Фух, это свой. А это уже не свои. Это свои или не свои? Подожди, это не свои. Ты с какой версии ПВП? Блин, ты пес позорный. Ты же сам слился. Лох. А зачем мне к нам пробежали? С какой целью? Железо все украли. А зачем мне реально к нам бежали? Зачем это делать? Мне интересно просто. Давайте. Их мало осталось, кстати, мы побеждаем. Фармим железо, короче, полстак надо нафармить. Далее нафармим эти вот фаерболы. Мне реально интересно, ребят, напишите в комментариях, зачем тут бежать на врагов. Тут же дезматч не начался еще. С какой целью это делать? Интересно. Давайте, эти фаерболы нужно тоже нафармить, блин, обязательно сейчас. Как можно быстрее, потому что они нас могут реально спасти жизнь. И надо на центре алмазиков нафармить. Прикиньте, у нас алмазная броня будет, это будет просто офигенно. Но для начала нам нужна железная, конечно. Для начала нам нужна железная броня. А вон на центре холопы. Это свой или не свой? Все, отлично. И фармим булыжник. Фармим, блин, булыжник. Самый настоящий. А, нужно еще кубики зафармить, окей. Фармим кубики.
Да, смотри, стреляются, лол. Ладно, мне надо, короче, сейчас накопить ребята на нагрудничек. И там уже будет просто мясо. Мясовщина. Дичайшее мясо просто. Лишь бы меня сейчас не скинули, потому что меня могут скинуть спокойно. Ага, строится. Наивный какой. Нужно больше алмазов. Нужно 8, ребят. Очень тонко фармим алмазы. Че, в него не стреляют? Стреляйте в него. Он же стоит там. Или это свой? Это же не свой. Да, это не свой. Аутаймс. Аутякс. Зачем он мир показывает? А мы же противники. Какой мир? Какой мир? Блин, ребят, 2 алмаза не хватает. 2 алмаза всего лишь. 1 алмаз. 1 алмаза не хватает. 1, блин, алмаза. Давай. Все, найс. Нагрудник алмазный готов. Так вот делаем. А щита у меня, кстати, нету. Ну ладно. Так. Ну, с нагрудником будет полегче, я вам скажу, конечно. Скопаем. Мостик. Ненужный. Надеюсь, мне сейчас тырла не прилетит, да? Захватим. Дезматч. А, это поворот кубов. Отлично. Тут зелька должна падать, да, ребят? Или эффект? Зелька или эффект? И что это за зелька? И что это за эффект? А, да, сила на 10 секунд, понятно. Все понятно в этом плане, конечно. Идем захватывать камень. У нас камня вообще нет. Ладно, дерево можно захватить. Так, это противник к нам стоит? А этот? Этот противник, да, офигеть. Что-то не добывается. Неужели это все? А, понял. Понятно все. Так, мы что делаем? Мы бежим, берем силу и атакуем. Вот сила у нас есть. Это, из какой версии тут PvP, интересно? Ну все, до свидания. Вас заточил катку, ребята. Тут же. Все. Ну вот и все, ребят. Так завершилась катка. Мы победили вообще изи. Раскатали противников. Я финальный килл сделал. Филигранный, идеальный, вообще классно. Поэтому не забудьте поставить лайк и написать комментарий какой-нибудь. Также можете подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.